Первым делом отправляемся в Нижний мир, ставим большой пальчик вверх под этим видео, подписываться на канал и нажимаем на колокольчик, если здесь впервые. После этого обязательно обзаводитесь куклой Вуду Гида, отправляйтесь в Нижний мир, который находится внизу любого мира. Открываете инвентарь, нажимаете на кнопочку домика. Вас в этом списке вам нужно найти гида. Это все ваши живые NPC. Если вы гида здесь нет, дождитесь, пока он воскреснет, появится в этом списке. После этого бросаете куклу Вуду гида в лаву в Нижнем мире. Убиваете босса. Привет, босс, как дела? А где босс-то, собственно? Что-то пошло не так. А, все, понял. После этого отправляйтесь на уровень пещер или в подземку, в любом биоме, в котором вам нравится. Мне нравится этот вариант, я поднимусь здесь. Дальше просто тусуйтесь по пещерам, как вам нравится и как вам будет угодно, в любом биоме, там, где больше всего нравится. Здесь небольшой долей вероятности вы сможете найти такого прикольного чувака, как он называется... Земной элементаль. Это мини-босс, не настоящий босс. Это значит, что вы не можете его призвать вообще никак. Он появляется тогда, когда захочет, при определенных условиях. Он медленный, он проходит сквозь стены и заставляет вашу жопку гореть синим пламенем. Видишь, как он хорошо сливается с поверхностью, сволочь. А, элементаль — это же дух, получается. А, ну тогда понятно. Из него выпадает какой-то саваж, афтершок и прочие прикольные штуки. О, да, детка. Ребята, этот босс стоит того. Решительно. Офигеть, не встать, обожраться, не проснуться. О, я второго элементаля замочил. А он не такой редкий, окажется. Особенно, когда читы используешь. Так, замечательный магазин и аккаунт подключить geronshop.ru. Можно купить дешевый террариум и крафты сотни стимовских игр дешевле всем стиме. Все ссылки в описании, жду вас там. Не забывайте заглянуть в описание под видео, потому что в Каламике 40 боссов. И вот списочек боссов вы найдете в описании под видео. У меня есть гайды по каждому из боссов. Если нету, сделаем в процессе. Какой-то все 40 боссов займут какое-то время. Там же есть гайды по рудам из Каламити, по эвантам. И обязательно, как собрать этот дешифратор или компьютер, где достать все 5 схематик и зачем они нафиг нужны. И прочее, прочее, прочее. То есть все ключевые гайды по Каламити в полном составе на канале либо есть, либо в процессе появления уже. Также не забывайте, что в основном я занимаюсь здесь гайдами по популярным песочницам, Террарии, Стадио Воли, Слайм Ранчера и вот это все. На соседнем канале Герон Гайда у нас Майнкрафт. Понятно? Понятно. Не забывайте также заглядывать на первоклассный сайт по Майнкрафту, это geroncraft.ru, в котором найдется много всего прикольного. Какой же он страшный, блин. Каждый раз, когда я вижу, у меня такое сердце в пятки уходит. А, кто это? А, что это? Харассмент? И еще что-нибудь хочется сказать страшное. Ой,